Принес. А ты? Пошли в баню. Доброе утро. Мы, да, сегодня к вам первый раз пришли. Расскажите нам, пожалуйста, что в вашем комплексе есть интересного? Наш комплекс предоставляет услуги общественной бани, номерных саун, фитнес-клуба, салон красоты и ресторан «Кайзер». Ну, мы в русскую парилку с подругой ходим часто, поэтому хотелось бы сегодня какого-то разнообразия. Что, например, вы могли бы нам предложить? Я могла бы вам предложить сходить в хамам и финское парное. Я думаю, да, мы согласны, отличный вариант. Я думаю, что... Так, да. Здравствуйте. Здравствуйте, а вы-то чего здесь делаете? Первый раз пришли в баню сегодня, решили попробовать. Первый раз. Баня – это мужское занятие. Каждую субботу мы с друзьями ходим и паримся для того, чтобы оздоровиться в первую очередь. Потому что это настоящее мужское дело. А для женщин это так себе. Видишь, что Володь Климов и его друзья? Идите-ка вы в баню. Ну что, пошли? Пошли. Добрый день. Дорогие друзья, нас встречает Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. И скажите, пожалуйста, что вы сегодня нам можете предложить? Добрый день. Мы, как всегда, рады видеть вас в нашем ванном комплексе и можем предложить вам огромный спектр услуг, чтобы ваше настроение еще более улучшилось. Предлагается огромная помывочная русская баня на дровах, турецкий хамам и шикарный бассейн. И наше радушие. Существует много мифов, как париться веником. Пожалуйста, расскажите нам, как это делать правильно. Ну, классическое парение осуществляется в три этапа. Это, могу показать на вас, похлёстывание, банный компресс, захватываем горячий воздух и кладем на спину, да. И чередуем компресс с похлёстыванием. И заканчивается процедура растиранием, чтобы все полезные вещества, находящиеся в венике, впитались в вашу кожу. Ну что, готовы? Поехали! Бани – это лучший способ оздоровиться и, конечно же, зарядиться бодрым духом. И мы вам всем говорим – идите в баню! А мы, как вы видите, уже облачились не совсем, наверное, в банные наряды, но все-таки и уже готовы к тому, чтобы приступить к процедурам. Сейчас передаем, конечно же, пламенный привет Владимиру Климову. Как жаль, что его с нами нет. Теперь выбираем, кто куда пойдет. Ты куда идешь? Я в хамам. Ты идешь в хамам, но я, соответственно, иду в финскую сауну. Вообще, конечно, после ударной трудовой недели сауна или даже любая баня – это лучший способ, чтобы привести свое тело и свой разум в новое бодрое боевое состояние. А здесь все совсем по-другому, как вы видите. Здесь влажный пар, температура намного ниже, на ощущение ничуть не хуже.
друзья, мы вас с Анастасией вызываем. Идите в баню, ведь это не только отличный способ поднять себе настроение, но и замечательная возможность взбодрить свое тело и свой дух. После бани что может быть лучше, чем выпить чая дружеской компании? Здесь мы все и встретились в итоге. Да, ну вы как попарились? Мы замечательно попарились, но так не особо горячо, скажем так, расслабляюще и бодро. А мы попарились по-мужски. Дорогие друзья, Красносельские бани – это то место, где каждый может себе найти занятие по вкусу. Это, конечно же, заняться фитнесом, попариться в бане, в русской бане, в японской сауне, в хамаме. Ну и после всего этого прийти в ресторан «Кайзер» и попить вкусного чая. Красносельские бани – это здоровый образ жизни. А мы, дорогие друзья, всех вас призываем обязательно сходите в баню.